«Сердце на ладони» – спектакль, в основу которого легло произведение Вениамина Каверина «Легкие шаги». Постановка о том, как победить свою ревность к друзьям и принять в свой коллектив довольно необычного новенького девочку Настеньку, которая раньше была снеговиком. Сказка пропитана различными чудесами и волшебством. Так как это спектакль по мотивам произведения Каверина, то режиссер придумал ход. Подростки собираются на заброшенном складе. Там находится заброшенная карусель. Находят книжку Каверина. Начинают ее читать. И, прочитывая первую страницу, перелистывают ее и понимают, что дальше текста нет. Но они настолько заинтригованы, что начинают сами придумывать эту историю. Ну, а что из этого получится, я думаю, что зрители увидят, придя на наш спектакль. Режиссером спектакля стал один из участников лаборатории «Молодые режиссеры детям». Комиссия не смогла выбрать лучшего из четырех и решила сотрудничать со всеми вместе. Первым стал Дмитрий Гусаков. Он признается, что Одесса для него особенный город и подарила ему новое вдохновение. Меня очень вдохновлял город, потому что я никогда здесь не был. Я очень много гулял. Прекрасная архитектура, море. Я очень редко вижу море. Поэтому, прежде всего, наверное, атмосфера. Атмосфера как в театре, так и в городе, какая-то особая атмосфера, которую я редко встречаю в других городах. Кроме того, спектакль стал интересным опытом и для актеров театра. Ребята вспомнили свои подростковые годы и получили массу позитивных эмоций от подготовки. Шутку они называют постановку актерским баловством. Я играю как бы девочку в компании мальчиков, и вот в нашей компании появляется новая девочка, вот, и есть, конечно, какая-то ревность, этой девочке нравится другой мальчик из компании, и он как бы ее тоже полюбил, и, конечно, вот такие вот, как у моей героини, скажем, такие эмоции, и ревность, и как бы принять в компанию нового человека, ну, я думаю, что мы с таким в жизни сталкиваемся, да, когда вот какой-то новый человек в компании, еще и такой необычный, как вы увидите. Сердце на ладони – это увлекательная история, которая будет интересна не только детям, но и взрослым. Приходите за зарядом позитива.